правительстве Саратовской области прошли публичные слушания по региональному бюджету 2016 года. По информации Министерства финансов, формировать казну пришлось в условиях замедления темпа роста доходов, а также с учетом обязательного повышения зарплат бюджетникам при высоком уровне внутреннего госдолга области. Сейчас он составляет почти 49 миллиардов рублей. В будущем году прогнозируется бездефицитный областной бюджет, объем и доходов, и расходов 68 миллиардов рублей. По словам вице-губернатора, возможно, будут заложены и средства на выплаты обманутым дольщикам. Сумма не уточняется. Также чиновник сообщил, что на строительство нового аэропорта в Сабуровке предусмотрены 700 миллионов рублей. Общая направленность бюджета никого не удивила. По традиции он снова будет социально ориентированным. На финансовое обеспечение функционирования отраслей социальной сферы из областного бюджета планируется направить 51,9 миллиарда рублей, что составляет более 76% всех расходов. Все установленные законодательством области социальные выплаты на 2016 год сохранены. При этом будет продолжено решение задач, поставленных федеральным центром по планомерному переходу к их предоставлению на основе критериев адресности и нуждаемости. На развитие дорожной сети региона в следующем году планируют потратить 3 миллиарда рублей, причем 2/3 средств на содержание трасс. В областном бюджете 2016 нашла отражение проблема участившихся ДТП с участием грузового транспорта. Аварии, в которых водители фур теряли управление на спуске и врезались в дома, в этом году стали бичом Саратова. В будущем году будут продолжены начатые в текущем году работы по недопущению движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам регионального значения. В этом году планируется установить 2 поста весового контроля, работающих в автоматическом режиме, на общую сумму 32 миллиона рублей. По итогам публичных слушаний принято решение направить проект бюджета 2016 на рассмотрение Саратовской областной думы.